Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про соціальні програми політичної партії «Опозиційна платформа за життя». З нами лідер цієї політсили у Дніпрі Сергій Нікітін. Сергій Нікітін – політик та громадський діяч. Має дві вищі освіти. За фахом – юрист та магістр державного управління. Керівник Дніпровської міської організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Голова фракції в міськраді. Правозахисник, очолює Центр соціальної відповідальності Дніпра. Одружений, виховує сина та доньку. Сергію, радий в чергову вітати вас у нашій студії. Власне, стосовно діяльності опозиційної платформи «За життя» у міській раді. Політсила діє з 2017 року. Що вдалося партії взагалі в місті і, зокрема, фракції у міській раді? Це дуже важливий питання, актуальність якого от зараз перед виборами особливо зростає. Горожани, пытаясь определиться в своих политических предпочтениях, начинают вспоминать, чем занимались те или иные политические партии, депутаты городского совета, чем запомнили, что сделали полезного, чтобы вот свой выбор, к выбору, вернее, своему подойти более критически и оценив все положительные и те стороны недоработки, можно так сказать, уже вот сделать именно взвешенное решение на выборах, в частности, в местные советы. Если говорить о партии «Оппозиционная платформа за жизнь», то я бы разделил вопрос на два подпункта. Первый пункт – это деятельность депутатов в городском совете от партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Наша партия представлена в городском совете. И деятельность непосредственно партийная. Если говорить о фракции, депутатской фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» в городском совете, то в количественном составе мы представлены были вот за весь период, за 4 года. Только недавно увеличилось количество депутатов нашей фракции, а в основном все 4 года мы работали вшестером. Несмотря на это, мы не ограничивались только вот теми избирательными округами, на которых мы были выбраны. Так как у нас парадоксальная ситуация сложилась в городе, очутились большие территории без своего представителя в городской совет. То есть в результате предыдущих выборов было на одном избирательном округе, на одной территории выбрано по 2 депутата, а на каких-то территориях ни одного депутата, и жители были вот обделены вот в таком представителе, в своем представителе в городской совет. Мы посчитали правильным в данном случае не прятаться вот в рамки своего округа, а также уделять внимание тем территориям, которые были вот без представителя, так как мы себя считаем не районными, не окружными депутатами, а городскими депутатами, поэтому для нас весь город – это вот тот единый округ, в котором мы работали. Если говорить о конкретной работе 6 депутатов, в частности, каждому депутату, согласно решению городского совета, выделялось определенное количество материального ресурса, который он мог направить то ли на выполнение наказов избирателей, то ли, вернее, и на выполнение наказов избирателей, и на оказание материальной помощи. Безусловно, вот это количество ресурса, это 2 миллиона наказа избирателей и 300 тысяч материальной помощи, это значительные деньги, но с учетом накопившихся системных проблем у нас в городе, эти деньги не позволяли решать вот, ну вот все проблемы, которые находятся на округе или там на определенной территории, которые вот опекались члены нашей фракции. Поэтому мы системно работали с городской властью, независимо от того, что мы оппозиция, независимо от того, что в особо острых вопросах мы не сходимся во мнениях, мы критикуем действия действующей власти. Мы не враги.
А тем более с действующей властью мы на одной стороне по отношению к своим избирателям-горожанам. И поэтому мы системно работали с городской властью, аргументируя необходимость выделения дополнительного ресурса для решения проблем на местах. И вот, ну, как бы выходили за вот те вот ограничения, которые как бы положены были каждому депутату, и пытались решить как можно больше вопросов, связанных с проблемами наших избирателей. Кроме депутатской деятельности на округах и там на определенной территории, мы отстаивали интересы, в частности, незащищенных слоев населения. А именно при подготовке программ общегородских, предусматривающих то ли размер земельного налога, то ли размер налога на недвижимость. Порой чиновники забывали о тех слоях населения, которые... ну вот, не способны нести какие-то значительные финансовые затраты, и в программу не включали какие-то преференции, льготы, скидки, о чем мы не забывали своевременно напомнить, и программа дополнялась в том числе вот таким, пускай маленькой, но помощью для наших пенсионеров, для ветеранов, для чернобыльцев, для инвалидов. Кроме работы городских депутатов, как фракции городского совета, хотелось бы отдельно остановиться на работе партии. Мы не являемся партией, которая создается там под выборы, придумывает какой-то там слоган, чтобы вот тут моментально там за месяц там очаровать избирателей, завоевать какой-то мандат доверия и дальше пропасть опять до следующих выборов. Мы системная партия, которая свои проекты организовывает не под выборы, не для выборов, а вот все вот это межсезонье, если можно так сказать, весь период между выборами наша партия работала. Ну, тобто, я так розумію, є якісь конкретні проекти, да, і по різних галузях, по різних сферах. Да, если перечислить, то это проект, или, может быть, немножко сначала. Все наши проекты – это не яркие картинки. Не то, на что можно легко заманить избирателя. Все наши проекты – это те вопросы, которые мы получали от самого избирателя, от наших горожан. Те больные моменты, о которых нам говорили жители на встречах, на колл-центр, письменными обращениями. То есть вот все наши проекты рождались по вот такому социальному запросу. Мы были вот, мы замещали в части городскую власть, в части государственную власть своим присутствием, своими действиями для того, чтобы решить те общегородские или индивидуальные проблемы разных категорий населения, решить своими силами. Это как политическая сила. Да, как политическая сила. Угу. Это и проект «Дворы для житья». Он был связан с организацией взаимодействия между жителями и городской властью. Это и проекты, которые можно отнести условно к экологической сфере, к сфере нашей вот окружающей среды. Это и «Посади дерево, спаси город». И семейные сады. И, скажу на украинском, «Життя очима дитини». И «Життя річок». И детские дворовые олимпийские игры. И проекты, касающиеся поддержки нашего вот пожилого поколения, связанные с организацией их досуга, связанные с помощью в медицинском обследовании, с помощью в вот получении каких-то, в частности, очков, которые выписывались, которые выдавались на основании рецепта после обследования у специалиста. Также есть проекты, которые возникли непосредственно сегодня, ну, условно сегодня, перед выборами, потому что их актуальность созрела именно сейчас. И мы получили от горожан вот тоже сигнал, что пора на своем примере показывать, что городская власть должна слышать людей. Я сейчас говорю о проекте «Днепровский референдум», который получил достаточно большую поддержку у нас в городе и стал не совсем проектом, а своего рода платформой для социального взаимодействия, для общения между политической силой, горожанами и, с другой стороны, властью. Я надеюсь, что тоже будет слышать горожан благодаря этой платформе. Также хотелось бы не забыть о новом проекте, который называется «Паспорт дома». Угу.
Я хотів вас питати докладно, можливо, про якісь окремі проекти. От, скажімо, ви згадали «Двори за життя» як комунікацію між людьми та міськими комунальними службами і таке інше. У чому вона проявляється? Ну, більш докладно про цей проект було б, я думаю, цікаво нашим глядачам послухати. Суть даного проекту лежить в следующем. Наші дома многоэтажные, наши дворы были построены там, в 60-х, 70-х годах, а некоторые даже еще имеют более почтенный возраст. И, к сожалению, с того времени на сегодня они уже пришли, во-первых, в технически непригодное состояние, во-вторых, в морально уже устаревший вид. И после общения с горожанами мы увидели необходимость акцентирование внимания городской власти на том, что существуют не какие-то, знаете, вот местечковые проблемы ремонтов по дому, а существует глобальная проблема вот, устаревших внутридворовых пространств. По сути, той территории, где горожане проводят ну, большую часть своего времени. Будучи дома, возвращаясь домой, выходя из дома, проходя через внутридворовую территорию, которая, ну, можно сказать, задает настроение на весь день. А по приходу с работы должна радовать глаз. А на сегодня она в достаточно плачевном состоянии. Нами был организован проект «Дворы для життя», который показал удачную модель взаимодействия между нашей политической партии как представителей жителей дворов и городской властью. Мы сначала, разговаривая с жителями во дворе, понимали проблему, понимали, что нужно заменить, что технически поменять, что вот, обновить, придав современный вид. Понимали, как это сделать, считали, переводили финансы. И дальше шли уже к городским службам аргументировать то, что необходимо городской бюджет в том числе распределять и на цели модернизации наших дворов. То есть, с одной стороны, мы заставляли городскую власть обратить внимание на проблему внутридворовых пространств. С другой стороны, фактически выполнялись работы не по желанию какого-то чиновника или по видению какого-то департамента, а выполнялись работы по видению и желанию самих жильцов. Менялись входы к подъездам, тротуары, общие, знаете, микрорайонные дорожки на тротуарную плитку, чтобы можно было пройти, не спотыкаясь об асфальт, который уже пришел в полную негодность, чтобы можно было не по грязи пройти на остановку или в магазин. Менялось ограждение палисадников, и проводилось наполнение этих палисадников. Да, этот проект, он в том числе требовал самостоятельного партийного участия, как физического, интеллектуального, вот организаторская функция лежала на наших плечах, так и финансового участия, кроме взаимодействия с городскими властями. И результатом этого проекта, вот даже не ощущая вот в итоге, к чему мы придем, мы ощутили, что меняется не только внешний вид дворов. Меняются люди, которые живут в этом дворе. На основе вот этого общего дела, на основе красивой внутридворовой территории, которая в результате появляется, люди начинают общаться с друг другом. На этапах формирования этой картинки сдруживаются, узнают о своих соседях. В результате того, что появилась красивая картинка перед домом, уже возникает желание, а может быть, еще дальше пойти или наоборот сделать что-то по дому. Жильцы уже кооперируются, что-то придумывают самостоятельно. И вот добрососедские отношения у них вот налаживаются вот буквально как по ну, как тумблер включился, и вот, пускай на малом, вот придомовая территория, но это является большим толчком для горожан, которые, по сути своей, активны. Необходима только вот небольшая помощь и, может быть, там немножко организаторских усилий. Да, і далі, я так розумію, вони самі вже проявляють ініціативу, да, можливо, навіть вкладаються самі коштами, таке інше. Самі содержать територію, самі придумують щось нове, дооснащають палісадники після того, як ми своїми силами допомогли їм це зробити. Тобто, от, польоту фантазії немає пределу, а активності людей, як ми побачили, також немає пределу. Так, Сергію, ну, все-таки проєкт «Двори для життя» це передбачає певною мірою софінансування. Але я хотів вас питати, от,
Чи є якісь проекти, які мають виключно партійне фінансування? Тобто опозиційна платформа «За життя» фінансує їх на 100%? Да, безусловно, есть. Если немного вернуться к первому вопросу, то хотелось бы сказать, что проект «Дворы для життя», он был начат в 2018 году. В 2018 году мы его начинали на достаточно небольшой территории, как вот пробные такие пилотные дворы. В результате 2018 года мы получили огромное количество желания, желающих присоединиться к этому проекту, чтобы и тот двор, то жители к нам обращались на колл-центр, приходили в те дворы, где мы уже выполнили работы, просили и в их двор тоже заглянуть. И в результате сегодня, в 2020 году, мы уже реализуем проект «Дворы для життя» во всех районах города. Угу. Если на сейчас, то больше чем 250 подъездов приняли участие в проекте «Дворы для життя». Да, это может быть по отношению ко всему городу немного. Но если сопоставить ничего и то, что у нас, у партии, у представительства в городском совете в размере 6 депутатов удалось сделать за 3 года, это действительно громадная работа, которая является хорошим примером, как необходимо сегодня взаимодействовать с горожанами городской власти. Что касается проектов, которые имеют вот именно самостоятельный партийный характер. Их можно разделить, ну, наверное, там, на несколько подгрупп. Как я уже сказал, это подгруппы по улучшению нашей окружающей среды. С 2017 года у нас работает проект «Посади дерево, спаси город». Все мы, это не секрет, испытываем сегодня, наверное, слово «негодование», оно здесь слишком слабое, но порой и возмущение, когда пилятся деревья. Причем пилятся деревья не только сухие, а в основном сухие даже не пилятся, а пилятся деревья живые, хорошие, уничтожая легкие нашего города. Ну так, по всему месту, да, речь. Видя по всему городу вот такую реакцию людей, да в принципе самостоятельно испытывая такие же чувства негодования, то есть работы власти не на конструктивное изменение, озеленение города, а на такое уничтожительное отношение к нашим деревьям, мы предложили просто альтернативу. Мы высаживали вместе с горожанами деревья. За весь период, с 2017 года, у нас получилось высадить порядка 1800 деревьев. То есть каждый год с неравнодушными жителями всех районов города мы организовывались, привозили деревья, помогали с инвентарем, но в основном горожане выходили уже со своими лопатами, уже даже были подготовлены места, куда будут посажены деревья, и облагораживали, озеленяли свои дворы. Этот проект, он вот действительно, он основан исключительно на желании горожан сделать окружающую себя среду более комфортнее, ну и, наверное, экологически чище. Кроме этого проекта родился такой альтернатива этому проекту, но совсем не заменяющая друг друга, это семейные сады. О чем этот проект? Есть на сегодня в городе большие территории, скверы, площадки, на которых раньше, наверное, что-то и находилось. Но сегодня это пустыри, которые то ли превращаются со временем в какие-то общегородские свалки, то ли в какую-то заброшенную территорию, заросшую сорняками. И ну, тем самым горожане не способны самостоятельно ее привести к тому виду, чтобы на ней можно было проводить какой-то вот досуг, отдыхать микрорайонами, отдыхать дворами, улицами. Нами было принято решение объединять дворы. Вот дружить улицы вокруг вот таких вот пустырей. Высаживались семейные сады. Почему семейные? К примеру, в декабре 2018 года появился семейный хвойный сад. Обычно говорится хвойный бор, да, но вот у нас все сады получились садами. Было высажено 100 сосен. Их высаживало больше сотни людей. И после высадки каждая семья, которая высадила свою сосенку, на дерево вешала бирку, именную бирку семейного дерева. И сейчас, спустя уже 3 года, мы видим, что кроме нашего внимания вот тем питомцам, которых у нас организовали и высадили, еще и вот те семьи, которые их садили, дорожат своим трудом, видят
ну вот действительно чудо, которое они своими же соседями сотворили. Ухаживают за своими деревьями, поливают свои деревья. Сады растут на радость нам и на радость жителям, которые это делали. У нас также удалось помочь горожанам высадить 2 кленовых сада. Это на Тополе и на Квартале. Точно так же, то есть порядка 100 деревьев было высажено и там, и там. И приходили на вот как бы это даже праздник, можно так сказать, ну там по 300, по 400 человек. Видя на примере предыдущих садов актуальность, видя на примере предыдущих садов вот то праздничное настроение, которое испытывали люди, когда сажали деревья, с каждым новым садом выходило больше людей на, для того, чтобы посадить эти деревья. Также у нас высажен 4-й сад, это березовый сад на Левобережном. Хочется сказать, что активность людей касательно вот того, к чему они прикасаются, в чем они принимают участие, гораздо выше, чем там, где, ну, считают, что городская власть и так должна этим заботиться. Поэтому, наверное, не надо обходить стороной желание людей принимать участие в вот организации внешнего вида, вот той красивой картинки, которую они хотели бы увидеть вокруг себя в городе. Знаете, вот как пример, даже можно сказать, когда мы высаживали сосновый сад, это была зима, декабрь, в принципе, было холодно, пошел дождь. И когда нулевая минусовая температура, еще идет дождь, еще холоднее, ощущалось как минус 20. А у нас, как назло, вторая машина из питомника задерживалась. И посадив там определенную часть сосен, получилась ситуация, при которой там больше 100 людей стоит под дождем на холоде и ждет, когда же привезут деревья. Но тем не менее, никто не разошелся, ждали порядка часа, дождались деревья и высадили свой сад. Кроме проектов по высадке деревьев, проект по городские цветы. Этот проект стимулирует наших садоводов делать красивыми придомовые клумбы. Мы дарим садоводческие подарки тому, кто более красивую клумбу, более большую клумбу организует в течение года. Это и проект «Життя речок». Мы выпускаем рыбу, которая способна сегодня бороться с вот той сине-зеленой водорослью, которая сегодня превращает наш красивую реку Днепр, ну, в такую вот заболоченную воду, в которую даже купаться уже, ну, так, ну, не совсем приятно заходить. Да, что с Днепром відбувається. Это и проекты, касающиеся поддержки наших детей и молодежи. Проект «Життя очима дитини», проект 2017 года, нацелен на то, чтобы развивать у наших детей творческие навыки. Рисуя рисунки, дети ощущают свои возможности, вот видят рамы, границы этих возможностей и куда развиваться. Родители же, видя, что нарисовано, получают своего рода сигнал, как дети видят жизнь вокруг себя. Ну а мы уже как приз, как мотивация к творчеству организовываем поклейку на бигборды города рисунков победителей этого конкурса. То есть это большой стимул для детей, чтобы развивать себе творческие усилия. Проект «Детские дворовые Олимпийские игры» – это самый масштабный проект у нас в городе, который существует с 2016 года, который за время своей работы привлек, наверное, порядка 7 тысяч детей. Он основан на прививании к детям любви к спорту, на организации в детях командного духа, умение договариваться, желание побеждать. Кроме детей, мы также не обходим стороной пожилое население. Это проект «Социальный клуб», который был основан на запросе пенсионеров. Вот нашему пожилому населению необходимо было дать возможность общаться друг с другом. Мы пошли простым путем. Мы дали возможность ходить в театры, ходить в художественные музеи, посещать кинотеатры людям пенсионного возраста. Бесплатно мы доставляли, привозили обратно домой. Люди со своими сверстниками, со своими друзьями ощутили вот ту атмосферу, когда было модно ходить вот во все культурные учреждения с друзьями, проводить вот в общении, а не как сейчас пенсионеры просто вот закрыты у себя дома, как в скорлупе, потому что не имеют возможности позволить себе этого. Кроме проектов, которые
длятся с 2017, а некоторые с 2016 года, сегодня появилось два проекта. Это проект «Непростий референдум» и проект «Паспорт дома». Чому саме зараз, до речі, з'явились ці проекти? Мы услышали от людей, что в преддверии выборов горожане хотят менять отношение действующей власти к жителям города и отношение действующей власти к распределению городского бюджета. Мы сегодня видим узурпацию власти и однобокое или там одновзглядное распределение городского бюджета. Сегодня жители просто вот изолированы от принятия решения, что важно для развития города. А на самом деле городское хозяйство должно вестись исключительно для достижения пользы для самих горожан. И поэтому проект «Днепровский референдум» – это... Вот, с одной стороны, это образец для городской власти, что горожан не только нужно, но и можно слышать, организовывать площадки, на которые горожане будут высказывать свои пожелания. А для общества пример того, что жители способны принимать участие в принятии решения по важным вопросам для развития своего города. Это своего рода один из ярких примеров, как партия «Оппозиционная платформа за жизнь», будучи властью, будет относиться к взаимодействию с горожанами и в организации городского хозяйства. Проект «Паспорт дома», почему он возник тоже перед выборами? С одной стороны, это подготовка программы на 5 лет для работы депутатов, сегодня кандидатов, а на самом деле вот будущих депутатов от партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Сегодня мы в каждый дом приходим с вопросом, что в первую очередь необходимо сделать. Так как мы чаще всего бываем дома, а городские службы не оказывают стопроцентное внимание всем проблемам дома, сегодня мы вот буквально под диктовку записываем план действий на ближайшие 5 лет. Проекты «Днепровский референдум» и «Паспорт дома» – это своего рода подготовка к избирательной программе партия «Оппозиционная платформа за жизнь». Мы основываем нашу программу не на каких-то ярких приманках, а на том, чего хотят днепряне. Мы хотим слышать горожан и работать не для повышения политических рейтингов или достижения своих каких-то политических амбиций, а для того, чтобы наш город становился лучше и пользу от работы городской власти получали в первую очередь днепряне. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою Дніпровської міської партійної організації «Опозиційної платформи за життя» Сергієм Нікітіним. На все добре.